Добрый день, уважаемые поступающие. Меня зовут Дзымбак Наталья Михайловна, я являюсь доцентом кафедры художественный текстиль. Наша кафедра является одной из старейших выпускающих кафедр, имеющих интересную историю. Именно название художественный текстиль она стала носить с 2000 года. С 2006 года нашим коллективом руководит кандидат наук, профессор Михайлова Людмила Васильевна. Наша кафедра осуществляет набор и образование по трем направлениям. Специалитет – театрально-декорационное искусство на протяжении 6 лет, бакалавриат – дизайн текстиля – 4 года, и магистратура – декоративно-прикладное искусство и народные промыслы сроком 2 года. На всех направлениях делается упор на освоение и изучение различных текстильных техник, таких как ручное ткачество, роспись по ткани, шел горячий батик и холодный батик, ручная печать, трафаретная и фотофильм-печать, цифровая печать и ремизное и жаккардовое ткачество. Мы не просто так с вами находимся на выставке в молодежном зале, где представлена выставка 2 кафедр, кафедры художественного текстиля и кафедры живописи. И среди экспонатов есть не только работы преподавателей, но также и работы студентов и дипломников. Студенты уже выполняют материал, начиная со 2-го курса. На бакалавриате и специалитете уже с первых курсов некоторые задания из художественного проектирования переходят в выполнение в материале. Таким образом, у наших студентов есть возможность больше и глубже погрузиться в материал и более детально его изучить и набить мастерство и опыт в его реализации. Также мы заинтересованы и стараемся наших студентов с их работами выставлять не только в академических проектах и выставках, но также и в различных других городских и международных мероприятиях. Теперь немного о вступительных испытаниях. Безусловно, для поступления к нам на кафедру вам необходимо иметь хорошую базу и основу по рисунку и живописи. Необходимо, безусловно, посещать подготовительные курсы, желательно на базе нашей академии. Также необходимо в обязательном порядке посещать подготовительные курсы по композиции, конкретно нашей кафедры. Они сейчас проходят в очном режиме в стенах академии и также в дистанционном формате. Всю подробную информацию вы можете уточнить на официальном сайте нашей академии, а также в отделе доп. Образования. Также все координаты по доп. Образованию вы можете найти на официальном нашем сайте нашей академии. Подготовительные курсы по композиции для специалитета бакалавриата проходят по единой программе, потому как пропедевтика на этих 2 направлениях принципиально одинакова. В рамках подготовительных курсов мы изучаем основы композиции, построение композиционное в формате листа, в заданном формате, ритмический строй, изучаем различные графические приемы. Также особое внимание уделяется колористическим композициям. Сами экзаменационные испытания происходят на протяжении 2 дней. Первый день вам дается черно-белое задание, второй день – цветовое. В формулировке всегда четко прописаны требования, которые вам необходимо выполнять. Если это задана замкнутая композиция в квадрате, круге или прямоугольнике, вы должны это обязательно отобразить в своей работе. Также там всегда четко прописано черно-белое это задание, либо с добавлением 1 цвета. Ваша задача максимально показать свои знания и владение навыками композиционного строя, организации листа внутри заданной формы, организация тонального пятна, ритмического строя, владение различными навыками графических приемов. Все то, чему мы как раз обучаем на подготовительных курсах, те азы, которые мы даем, и которые для нас, безусловно, важны, как для наших будущих студентов, для того, чтобы мы могли дальше с вами работать в создании наших уже проектов по нашим будущим заданиям, выходящих в материал. Во второй день дается задание на цветовое решение. Также основные принципы построения композиции остаются неизменны. Это может быть замкнутая композиция, либо повторяющаяся в виде раппорта, как происходит это на ткани. Также количество используемых колеров всегда прописано в задании. Здесь уже вы можете, как
прийти на занятия с подготовленными колерами, так и что-то для себя решать в ходе самой композиции. Я вас уверяю всех, что отведенное время на выполнение каждого задания всегда всем хватает для того, чтобы подумать над заданием, сделать для себя какие-то эскизные зарисовки и выполнить чистовую работу. Самое главное для себя вот этот временной дедлайн обозначать, дома потренироваться, чтобы понимать, что в какой период вам нужно делать. Поэтому в этом вопросе вы можете не переживать. Также у нас еще есть накануне экзамена всегда консультации. На консультациях мы всегда с вами проговариваем все, что необходимо вам иметь, необходимо иметь из инструментов для выполнения экзаменационного задания, формат бумаги, все сопутствующие материалы, линейки, краски, кисти, карандаши и прочее. Это все мы обсуждаем еще накануне каждого экзамена, поэтому вы не переживайте, мы все еще с вами проговорим. Экзамен по магистратуре проходит несколько в другом формате, так как вы к нам уже приходите все, имея люди, состоявшиеся как художники, имеющие определенное образование за спиной. Для нас важным решающим фактором является ваше именно творческое портфолио, где представлены все ваши работы за тот срок обучения, который вы проходили. Также для нас очень важны ваши научные статьи, которые были опубликованы. Наличие различных дипломов об участии и выставках, их конкурсах в различных номинациях. Ваше мотивационное письмо, в котором вы формулируете именно те основные задачи, почему вы хотите прийти именно на нашу кафедру и хотите получить именно у нас образование. Наши преподаватели, как на всех курсах бакалавриата специалитета, так и в магистратуре, стараются максимально уделить внимание и найти индивидуальный подход к каждому студенту для того, чтобы раскрыть ваши способности, владение тем или иным материалом, для того, чтобы на выходе мы выпускали высокопрофессиональных художников, дизайнеров по текстилю. Коллектив кафедры состоит из опытных преподавателей, многие из которых являются членами различных творческих союзов, имеют научную кандидатскую степень и ученые звания. Также мы имеем многолетнее сотрудничество с различными производствами и предприятиями, представители которых стараемся приглашать на защиту наших дипломов, и по возможности они предлагают уже нашим выпускникам вакантные места в работе в своей команде дизайнерами по текстилю различного назначения. Мы приглашаем вас поступать в наше прекрасное учебное заведение Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени Штиглица на нашу кафедру художественной текстили. Будем рады вас всех видеть и будем рады помочь вам вырасти в высокопрофессиональных художников и дизайнеров по текстилю. Желаем вам всем удачи и надеемся вас всех увидеть в наших стенах.